Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хайнком, и в этом ролике мы с вами поговорим об одном инструменте, который позволяет ребалансировать портфель альткоинов, соответственно, и сделать на нем профит. А какой же это инструмент? Этот инструмент называется, соответственно, соотношение альткоинов, да, к другим альткоинам. Вот, есть такой инструмент, когда вы можете находить зоны, да, где актив уже свое изжил, и оттуда выливаются, сливают деньги, соответственно, в другой актив. Этот инструмент находится на как раз-таки coinglass.com. Вы можете посмотреть, какие переливы были, соответственно, какие фонды заходили в тот или иной актив. Вот, соответственно, что мы видим? Если у нас идет отток средств из одного альткоина, то где-то идет у нас прирост. То есть, смотрите, видите, из Solana выходят, там, из Зека выходят, да. И куда же этот прирост идет? Конечно же, в Сиакоин, в Тау, да, то есть, видите, там, где везде минус, все идет. То есть, что выжило на этом рынке сейчас, пока мы падаем? Это Сиакоин, это Тау, это Сьюи, да, то есть, мы видим, что у нас идет ребалансировка, и все это идет, соответственно, сейчас посмотрим. Видите, вот Тау тоже все это ребалансируется в такие вот монеты. Вот, давайте сейчас посмотрим на Миксе. Вот он, да? Вот Тау, смотрите, видите? Стоил $42 в октябре только. $42 в октябре. Потом он стоил $393. Вы представляете, это колоссальный рост. Смотрите, сколько он вырос. 700%. Все, вот смотрите, пока все остальное падает, в него сейчас вливают деньги. И, скорее всего, вот это накопление, оно также будет еще может быть продолжительное время копиться, копиться. И мы можем куда улететь. Давайте посмотрим, измерим, куда мы еще не дошли. В принципе, мы отыграли, да, вот это все, все вот эти цели, которые были нужны. Но у нас появились новые цели. Соответственно, посмотрим, какие они у нас могут быть. Это вплоть до $1000 Тау может стоить, да, то есть я не исключаю, если мы посмотрим вот так глобально, да, то есть $1000 что-то ему мешает это сделать, то есть какое-то будет накопление, да, потом там начнут какой-то выстрел уже вплоть до $1000, то есть вообще спокойно, вот как здесь копили, да, там с какого года, с марта 23-го и в ноябре 23-го мы выстрелили. Также здесь могут копить там с декабря 23 по там в июне уже начнут там стрелять куда-то, да, на новом бычьем рынке. Поэтому простой инструмент — это находить, откуда сейчас уходят на Bubbles, Crypto Bubbles, да, CoinGlass посмотреть, и где сейчас есть активность. Вот, именно это поможет вам посмотреть, где сейчас прибыльные активы, а где нет. Вот, подпишись на канал, поставь ролику лайк, подпишись на телеграм-канал, много полезной информации, и увидимся в следующих роликах.